Советского информбюро. В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города Нойштеттен, наши войска в результате наступательных боев овладели несколькими населенными пунктами. Немцы подводят резервы и сходу бросают их в бой. Советские части отбили все вражеские контратаки и нанесли противнику большие потери. Севернее города Нойштеттен наши войска преодолели озерный район и заняли несколько населенных пунктов, заранее подготовленных немцами к круговой обороне. Наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, овладели пригородами города Бреслау. За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 62 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии на всех фронтах подбито 117 немецких танков, сбито 39 самолетов противника.